пазик 3205. Так, давайте сюда, наверное, эту стороночку, чтобы нам не мешалось. Так, давайте сюда, наверное, берем. Не мешаться будет. Так, ладно. Так, сюда пока. Вот такой пазик. Так, зумируем. Такой паз. Такой вот. Так, фары горят. Сигнал есть. О! Коробка передач включается нормально так. Свет выключим в салоне. Коробка включается. Так, тюнинг есть. А, дверь открывается. Оп. Оп. Три. Так, это у нас открывается. Четыре. Это что у нас? Четыре. А, капот. Пять. Что в салоне? Шесть. Семь. Восемь. А, это газобаллон. Девять. Десять. Короче, такой вот. Угу. Автобус. С тюнингом, в общем, колхоз. У меня время суток. Тень я тоже включу. Синий туман. Туман выключили. Тюнинг такой, да? Жесткий тюнинг, колхоз.
Фотку хочу сделать. Скриншот красивый на фоне этого колеса обозрения. Так, сейчас. Так, сейчас минутку сделаем. Где у нас дистанция-то? Так, фул. Максимальный зум. Ставим потом минимальный. Вот так вот. Ставим так и... Так вот. Назад немножко ищу. И вот этот на фоне этого колеса обозрения. Да, вот. Надо будет сейчас посмотреть. Где он там? Скрин хочу сделать красивый. Сейчас вот берем так примерно, вот так вот скрин сделать можно, ну вот на фоне этого чертового колеса, вот этого колеса обозрения, вот оно. Ну вот примерно красиво, ну вот это правда вот микрофон мешает нам, ну это потом уберется, обрежется, вот примерно как-то так оно будет. Смотрите какой закат, ну красиво, да, смотрится, согласитесь. На фоне Ленина, смотрите, тоже. Это красиво. Вот так вот, да? Блин, красота. Чуть-чуть вперед проедем. Так, немножко. Ну, тоже красиво, да? Видите, как смотрится. Тут тоже где-то, да? Вот так где-то. Ленин указывает, куда ехать, да? Вот так примерно вот. Красиво. Выглядит вообще, ну, очень так классно. Да, на максималках, короче, выкрутил я настройки на максималке. Максимальная графика. Очень красиво, да?
Да, заедем на площадь. Может, с этой стороны будет как-то красиво тоже. Колесо обозрения. Видите, как закат такой и Ленин. О, вот так вот сделаем скриншот красивый, видите, на фоне заката. Классно же. Классно. Ладно, всем спасибо за внимание. С вами был Петрович Геймер. Это Протон Бас Симулятор. Карта Серпский регион.